Вернемся к главной теме дня. Сегодня все мы вспоминаем своих учителей – чутких, добрых, строгих. Не жалея своих душевных сил, люди этой прекрасной профессии выводят в жизнь подрастающую смену. Мы решили выяснить, а помнят ли табуляки своих первых учителей. Помните свою первую учительницу и какой она была? Да, ее звали Гульшат Динатуловна, это было в 16-й школе. Солнечная, я помню ее веснушки, я еще тогда в них влюбилась. Ну, добрый, отзывчивый такой очень человек, до сих пор по ней скучаю. Наталья Николаевна Кашкарова, она очень добрая, поэтому мы часто к ней заглядываем на переменах. Ганиева Анна Юрьевна, это очень отличный учитель, строгий, говорит всегда по делу. Мне кажется, каждый помнит своего учителя. Каждый. Я, конечно, тоже помню. Зинаида Петровна. Мы учились в Советском Союзе. Поэтому у нас была ассоциация «Учитель – это как мама». Она себя так и вела. Она была очень заботливая. Я до сих пор убеждена, что педагогом, врачом нужно родиться.